Приветствую всех, дорогие друзья, на своем канале. Сегодня тема немножко нестандартная будет для моего канала и вообще для моих рубрик, хотя они у меня очень разношерстные, как вы там сможете заметить сами. Но сегодня я коснусь такой темы, которая вот, блядь, напечатана здесь на листке. Почему так эмоционально я говорю все это? Потому что меня вчера просто, под вечер, ближе к ночи, я решил переустановить драйвера. Ну, то есть у меня была такая необходимость переустановить драйвера на компьютере. То есть материнский плат, видеокарты, все это я сделал. И у меня просто снесло нахер звук 5.1. Работает только две колонки. Все, ни сабвуфер, ни остальные колонки не работают. Не поддается никакой настройки, никаким там... Посмотрел кучу гайдов, кучу роликов, все пересмотрел, все, где написано «не работает звук 5.1», «не работает звук 5.1», «Windows 10», настраиваем, все пересмотрел, ничего все равно не помогло. Смотрите, сейчас я вам хочу объяснить сегодня, как решить эту проблему, на 100% ее решить. Вот смотрите, какая проблема. Устройство воспроизведения, заходим, колонки, да, настроить динамики. Настроить динамики, ставим 5.1, и вот у меня работал вчера только вот этот динамик, соответственно, вот, чуть потише сделаю, вот, а вот эти вот не работали, ни вот этот, ни сабвуфер тем более, ни задние динамики, ничего у меня не работало, не пытается, нажимаешь настраивать, показывает, нажимаешь вот тут, отключаешь низкочастотный здесь, он не играет, отключаешь в центр начинает играть, но он не играл хотя до этого. Полный бредятина, в такой сбой, кучу драйверов переустановил, что-то там высматривал, вычитывал, даже до того, да нашел такой ролик, где уверенно просто мужик говорит, блять, вы знаете, говорит, почему не работает Windows 10 5.1, да потому что, ебать, нужно, знаете, что сделать, включить настройку динамиков и включить не 5.1, а 7.1, нажать далее вот тут и отключить боковую пару вот эту, и все, у вас будет работать, да нихуя, чушь собачья, бредятина, вообще полная шляпа вообще все это. Смотрите, что нужно делать, правой кнопкой кликаете свойством. Если не помогло, сейчас еще кучу объясню, вот, не могу, и проверяем, какие у вас разъемы светятся, если вы кликнули правой кнопкой свойства по динамикам ударили. Если у вас светятся вот эти все три, уже полбеды, значит, ваша проблема решится легче. Если светится только один зеленый, у меня вот светился один только вход, светился, я не понимал, думаю, ну как один, сзади, блядь, три входа от колонок идет, а уксусских этих 3,5 мм, их идет три, почему у меня светится один? Долго я настраивал, и все-таки я докопался до проблемы. Смотрите, что необходимо сделать. Необходимо запустить Realtek, вот этот диспетчер Realtek HD. Вот он у меня сейчас здесь находится в панели, вот этот инструмент. Но вчера у меня его не было, ни после переустановки драйверов, ничего у меня не было его. Показываю вам, где он находится. Находится он, мой компьютер, диск C, Program Files, Realtek папка, в папке Realtek Audio, после папки Audio, HD. Эй, папка. Может быть еще одна там папка, но вам нужна HDA. Открываем ее. Здесь три экзешных файла. Вот это на сериал-то. Ну вот этот вообще не тот. Вот. У некоторых вот на этот. У меня вот на этот. Два раза кликаем, и он активируется. Вот он у вас появится и появится потом в панели задач. Но не суть. Он вам нужен здесь. Запомнили, где находится? Это очень важно. Я вам точно говорю. Вот, смотрите. Закрываем. Вот. Выбираем здесь систему 5.1. И если у вас подключены три входа, как я вам сказал, вот здесь вот, смотрите, если у вас три входа, вот, правой кнопкой, свойства, вот тут три входа, значит, вам всего лишь только надо сделать, поставить виртуальное окружение, галочку, виртуальное окружение. Если ее не будет, система 5.1 работать в Windows 10 не будет. Не будет, ребята, не будет. Вот, поставили ее. Смотрите, некоторые видеоблогеры говорят, что очень важно вот здесь вот взять вот стандартный формат, поставить, чтобы у вас там стояло 16 бит или 24, там 44 тысяч, 48 тысяч. Все это хуйня вообще, все это не помогает. Помогает здесь совсем другое. Во-первых, помогает поставить виртуальное окружение, да? Виртуальное окружение, это раз. Но, во-вторых, если у вас вот здесь вот один вход, то есть я вчера все поставил, окружение, все переустанавливал 10 раз, на таком нервозе ничего не помогло. Если у вас вот тут вот один вход, а не три, вам нужно сделать следующее. Вот в этом диспетчере Realtek, вот эта панель, вот, нажать вот на эту галочку, параметры разъема, да, вот, нажать на нее, параметры разъема. И... правой кнопкой мыши, вот смотрите, назначение, смена
знание значения разъемов. Как правило, розовый вход, вот эти три входа, это входы, чтобы вы понимали, это входы сзади вашего компьютера. Их там всего три, не может быть больше, ну не знаю, кого-то, может какая-то есть там материнская плата. Это входы материнской платы. И розовый по умолчанию стоит. И это, дорогие друзья, микрофон. А синий это наушники. И вам надо нажать правой кнопки смена значения разъем. Вот у меня стоял микрофон. Вот микрофонный вход. А вам надо поставить выход. Ну вот, ну, может быть, у вас центральный будет сабвуфер, либо тыловой, передние динамики, либо тыловые 5.1. Там всего три канала. То есть это два передних динамика. Центральный динамик один и сабвуфер, а не спарринг, и задний. Все, и вы их назначаете вот сюда, вот эти входы переделываете, вот, смена назначения разъем. Видите, вот здесь у меня на тыловой стоит, вот, видите, а у меня стоял вот здесь вот на наушнике. Конечно, у меня ничего не работало, поэтому все здесь меняем. Окей, вот тут, смотрите, отключить определение гнезд. Это вот тут вот эти гнезда спереди компьютера, которые находятся. Это гнезда с передней части системного блока, где вы подключаете наушники и микрофон. Поэтому вот так вот. Вот. Вот эти. Активируйте входы. Повторяю еще раз. Смена значения разъемов. Это очень важно. Это очень важно. Меняйте ее. Ставите 5.1. Виртуальное окружение. И у вас все заработает. Все заработает. Все будет работать. Вчера у меня очень много нервоза, конечно. И эта ситуация просто взяла. Но проблема решена. И вот этой фразы Windows 10 не работает, Windows 5.1 не будет. Повторяю, пересмотрел вчера кучу роликов, кучу объяснений, от чего только там не объясняют, ребята. Ой. Устройство воспроизведения. Даже говорили про то, что вот смотрите, заходите в наушники, вот сюда, да, там свойства, и вот дополнительно, или вот смотрите, вот уровни там, ну уровни там, ладно, вот, вот здесь вот надо вот поставить и дополнительно зайти, или вот тут вот в эффекты поменять какие-то, да все это хуйня вообще полная, вообще полнейшая чушь, это полная чушь. Ну, убедитесь сами. Вот, 5.1. Как видите, работает все. Вчера не работало ничего, кроме передних двух динамиков, сегодня уже все работает. А ну, лучше проверять здесь, вот здесь приятнее звучит проверка. Ну и вот на таких веселых нотках я заканчиваю свой ролик. Всем удачи, всем пока. Настраивайте свой звук, наслаждайтесь звуком, компьютером и вообще всем медиапространством. Всем пока.